Здравствуйте! Сегодня 27 ноября 2021 год. Укрываем нашу крупнолистную гортензию. Все листики с нее сорвали. Некоторые сами облетели. Вот они, цветочные почки, которые надо укрыть. Мы ее будем укрывать стоя. Я ее не буду пригибать к земле. А вот они, веточки, которые случайно срезала под кустом, воткнула в землю. Посмотрим, примутся они или нет. Вот такую сетку замонтировали на палочке. Первый раз такое сооружение сделаем. В прошлом году мостиком сделали. Над ней был мостик из сетки с такой плотной. И сверху материалом было обложено. Вот все же такой мостик из сетки мы сейчас прикрепим сверху, чтобы когда снег вдруг пойдет, то гортензию чтобы не поломал. Вот так гортензия уже внутри сидит. Вот вокруг мы сделали 80 сантиметров высота. И сейчас еще сверху материалом прикроем. Вот такой колпак получился над гортензией.